Здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже встречались с примерно таким же аппаратиком Sony Ericsson X10 Mini. В данном случае у нас будет в мини-обзоре X10 Mini Pro. Он отличается не такими незначительными дизайнерскими, что ли, вариантами. Как вы можете видеть, немножко по-другому исполнена клавиша фотографирования, клавиша активации фотокамеры, регулировка громкости, значит, специальный разъем для подключения гарнитуры и, соответственно, 3,5-миллиметровый разъемчик, клавиша включения, выключения и перевода в режим ожидания сотового телефона. Здесь находится микро USB, вот, в нижней части находится микрофончик и специальное ушко для расположения туда размещение, ну, в общем-то, ремешка. Задняя часть представлена точно так же, динамик, и здесь находится камера 5-мегапиксельная с автофокусом и вспышка. В принципе, исполнение все то же самое. Вот, единственное, хочется сказать, что обрамление здесь металлическое, вот, в отличие от предыдущей версии телефона. Вот, ну, естественно, самое главное здесь это наличие клавиатуры, полноценной QWERTY-клавиатуры. Клавиатура примерно таким вот образом выглядит. Печатать на ней довольно удобно, и клавиши выпуклые, хорошо чувствуются, разнесены довольно хорошо. Вот, ну и давайте попробуем напечатать какое-нибудь сообщение. Вот здесь вот. Так, уже можно печатать. Пример. А, тут уже русский язык есть, но, к сожалению, тут русского языка нету, поэтому мы будем писать так. Привет, вот я помню примерно, как дела, не помню, где там клавиши уже. Ну, в общем, выглядит это примерно так, набивать довольно-таки удобно, клавиатура, как вы можете видеть, ну, практически утоплено, но тем не менее. То есть, хорошо чувствуется руками, вот это вот разнесение очень удобно. Единственное, хочу отметить, что на пробел приходится нажимать либо сюда, то есть в центр, как вы видите, не нажимается. То есть, видимо, клавиши находятся либо с этой стороны, либо с этой стороны. Так, это у нас различные смайлики и так далее. Ну, в целом, это тот же самый аппарат X10 Mini. Вот, про версия, вот, отличается вот такой вот металлической окантовкой и наличием вот такой QWERTY-классной клавиатуры. На самом деле она очень удобная. Вот. Что хотелось бы сказать вот как раз по поводу этого телефончика. Скажу, что классно лежит в руке, в отличие от 10 мини, чуть-чуть, наверное, потяжелее. Вот он стал у нас, тем не менее, все классно. Очень быстро все работает, очень удобно. Ну, пятерочка такая, пятерочка заслуженная, честно говоря. Вот что хочется сказать про X10 Mini Pro с клавиатуркой вот такой у нас полноразмерной. Вот так это все сзади можно посмотреть. Выглядит. Соответственно, при включении клавиатуры у нас и экран совершает поворот, то есть автоповорот. Видите, как вот удобно. Всем спасибо за внимание. До свидания.